Вайрай Алона Адам. Здравствуйте, дорогие друзья. Погода такая, моросит. Немножечко, как говорится, холодноватенько, промозгло так. Давайте чуть-чуть согреемся, сделаем теплый салат с баклажан. Смотрите из ингредиентов. Помидор. Сразу скажу, можно использовать черри. Любой помидор. Вот. Творожный сыр, кукурузный крахмал. Чили соус, сладкий, черный перец, соль. Ну и зелень у нас кинза и базилик, чесночок. Сейчас будет очень вкусно. Смотрите, запоминайте, радуйте своих близких. Так, друзья, наш любимый 8-килограммовый казан ставим на огонь. Заливаем в него масло. Нагреваем его, вот так достаточно. Друзья, порежем наши баклажаны на довольно-таки крупные части. Вот следующим образом. Думаю, так меньше не надо, потому что мы их будем обжаривать во фритюре. Друзья, смотрите, кукурузный крахмал чуть-чуть насыпал, не чуть-чуть, а пол пачки. Вот у меня их было 5-6 штук, может 7, точно не помню, не считал. И вот я их так тщательно окутал, так скажем, в крахмал обильно, чтобы со всех сторон этот крахмал их обнял. Друзья, нарезаем помидор для нашего салата. Подготовил чеснок, сейчас его мелко будем шинковать. И выкладываем помидор на наше блюдо, в котором будем впоследствии мешать салат. Берем вот такой творожный сыр и в хаотичном порядке распределяем сверху на помидорчики. Друзья, подложка готова. Сейчас буду жарить баклажан синенький. Закидываем в масло и обжариваем около 5 минут. Друзья, для нашего соуса мы используем вот такой соус чили сладкий. Вот 70% его пропорции такие. И 30% берем, добавляем соевый соус. Перемешиваем наш соус. Еще присолим помидорки. Много не надо, соус соевый, он и так соленый. Друзья, нарезал помидор. Сверху слой помидор дал. Теперь также в хаотичном порядке сыр творожный. Потом сдабриваем зеленью и нашим соусом. И салат будет готов. Соусом заправляем наш салат. Друзья, попробуем наш салатик.
вкусный, наверное. Сразу берем и сыр, ну все вместе, видите? Друзья мои с Ютуба, готовьте дома, готовьте, угощайте своих родных, близких. И друзьям расскажите, и соседям, и родственникам всем. Он им понравится. До новых встреч, подписывайтесь на нас. Мы будем вас радовать еще вновь и вновь. Всем мирного неба над головой. До новых встреч.